Я очень давно хотел поставить некоторые сложные для себя трюки, так вот в этом видео я их сделал через пот, страдания и кучу попыток. Видео получилось классным, приятного просмотра. Также не забывайте о подписках, комментариях и лайках. А также у меня есть Инстаграм, в котором много всего интересного, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. Там же есть Инстаграм моих друзей. Наконец-то. Подписка. Я же говорю, если бы не остановились, давно бы сделал. Опа-на! Ничего себе! Это ж было капец близко! Оу, май мадафака! Прямая трансляция Андрея Вашкина ебался. Вроде бы прошло. Если ты сейчас сделаешь айспик на бар, я тебя лично прибью. Мне камеру, ты чуть руку давай. Все, можно. Умеем или практикуем? Умеете? Трюки с разбега, нахер. Я тоже пробегусь.
привет! И сегодня мы покажем вам разнообразие минских стритеров. Короче, все говорят, что катание в стрит, оно не разнообразное, не интересное. Лёха, вы говорите правду. Лёха – самый разнообразный стрит-райдер Беларуси, в принципе. Он сейчас покажет вам три лютых трюка, которых вы никогда не видели. Они все абсолютно разные, все отличаются друг от друга. Очень мы их снимем. Давай, Лёха. Давай. Если с первача не делаешь, то ты не разнообразный стритер. Вау, фулл вип. Да, хочу угадать, что, наверное, будет... Фулл вип. Первый фулл вип комо. Фулл вип. Что дальше? Фулл вип. Вау, это фулл вип. Интересно, что дальше? Вау, три фулл випа. Офигеть. Ну ты крутой. Потом это, мне говорят, что задолбалась одним трюком, типа, финдер везде.